Всем привет, кто смотрит на YouTube, кто у нас сейчас на стриме. Мы продолжаем Environment Challenge, и у нас один из мастер-классов как раз будет сейчас представлять Аня, кошка Неон. Привет, Аня. Здорово. Рад тебя видеть. У меня кошка орёт на заднем плане. Круто. Всех участников, кто сейчас слушает, круто подключайтесь. Будет очень интересный мастер-класс. И, наверное, я сразу, Аня, тебе передам слово. Рассказывать, что будет сегодня и что такое за мастер-класс. Смотрите, мы сегодня с вами обсудим коммерческую сторону всей этой движухи, чтобы, как бы, я понимаю, что все тут художники, творцы, в любом виде искусства есть всегда продажи. Даже если вам кажется, что их нет, они там есть. Вот, мы сегодня будем все это разжуем, вы все это усвоите и дальше, собственно, пойдете все делать. Так, смотрите, меня зовут Аня, я режиссер, я создаю сейчас метавселенную, как раз с ребятами в том числе. Я режиссер рекламных роликов. Я работаю на большой коммерции с такими клиентами, как Prada, Yves Saint Laurent, Vivienne Sabo, Samsung. У меня бюджеты самой рекламы примерно около 7 миллионов. И я, в общем, хорошо зарабатываю. За год из того, что я снимала на коленке скейтеров друзей, я выросла до того, что у меня был 3 миллиона за там, пару месяцев на проектах, пока я жила в Москве. Сейчас я на Бали просто. И я пока что сделала перерыв в рекламе, потому что я занялась метавселенными, чтобы не зависеть от локации. Мои работы печатались в таких изданиях, как Vogue, Sirius, Libero, 24, Flacon. Ну, в общем, вы читаете здесь все, и это везде публиковали, да, Director's Library. Я просто это говорю, чтобы вы понимали, кто вам рассказывает вообще, почему я тут. Смотрите, я хочу сегодня вам рассказать о том, как вообще работает система того, почему клиент приходит и почему ему нужны именно вы. Почему он возьмет именно вас на реализацию проекта. Конечно, все люди могут быть талантливы, кто занимается такими вещами, как там, создание пространства, создание CG, создание видео, да? Но этого недостаточно. Есть еще маркетинговые штуки, да, куда вот эта красота вся накладывается, и тогда это начинает работать. Потому что без этого мы как будто бы в музее, где все красиво, но иногда за этим как бы ничего не стоит, либо оно не работает. Вот. Смотрите, начнем с того, что любое пространство — это идея. Потому что если приводить пример, мы можем прийти, например, в какое-нибудь кафе. И у этого кафе идея того, что там нетворкинг, и там коворкинг, и там, например, творческая интеллигенция Москвы, как, ну, типа, кооператив «Черный», к примеру. Вот, если кто-то там был, если кто-то из Москвы здесь, вот. И каждое пространство несет эту идею. Идею комьюнити, идею того, для какого слоя общества это пространство существует. Например, если вы начали уже свое пространство делать, то вы можете представить, мне, кстати, хотелось бы, если вы можете перебивать меня и рассказывать о том, какое ваше пространство, мне хотелось бы обсуждать и уже накидывать идеи, чтобы мы в не формате лекции, а в формате воркшопа немножко это сделали. Например, если вы можете что-то записывать или если вы можете рассказывать какое у вас пространство, то мы сразу вот эти слайды можем применять. Например, если взять то пространство, которое вы делаете, тот концепт, представьте, что оно было в физическом мире построено. И представьте, с какой целью это пространство было сделано. Если у нас цель коворкинг, насколько я знаю, у нас задача сделать некий коворкинг, рабочее пространство. Но если мы проанализируем, то рабочих пространств бывает очень-очень много. Они бывают настолько разные, что может быть и концептуально разные, и
идеологически разные и даже социально разные. То есть некоторые коворкинги, они очень дорогие, они для бизнесменов там, определенного уровня. Да? Они такие приезжают на гелики и идут в этот коворкинг. У них там нетворкинг, бизнес-идеи, все такое. Другое пространство — это когда чувак такой с рюкзаком на скейте подъехал и пошел с ноутбуком, на котором у него там теги, наклеечки, работать. Пространство — это не просто помещение. Не просто помещение. Это идеология какого-то среза общества. Понимаете? Да, есть вопросы, если то можете мигать микрофончиками, задавать сразу. Тут не вопрос, тут идея как раз-таки от Серго. Угу. Он написал свою идею. Могу вкинуть? Да, сейчас. Конечно, вообще хочется разбирать вас. Я планирую чайный домик, пагоду на вершине горы. Угу. Вот, прикинь. Смотри, у нас как раз я тут расписала, что пространство должно нести идею, например, безопасное место для работы, да, комьюнити скейтеров или комьюнити бизнесменов. Если это пустыня, то идея — связь с чем-то сакральным, вечным. Если у тебя пагода чайная, то попробуй представить... Ну, у меня сразу ассоциация там с дзен-буддизмом, да, что это какая-то тишина, потому что она оторвана от мира. Попробуй подумать об этом пространстве не как о том, что вот есть материалы, мы построили, мы поставили, а о том, что человек, когда туда приходит, и какой человек туда приходит, что он получает эмоционально, и какой срез общества туда вообще может попасть. И... Возможно, туда может попасть не каждый. То есть попробуй посмотреть на свое пространство как на идею пребывания, если я понятно выражаюсь. То есть я, например, прихожу в бизнес-коворкинг, да, и я чувствую свою там, бизнес-леди внутреннюю, которая такая делает дела, делает деньги. Я прихожу к чувакам... как я сказала, скейтером, и я просто хочу легкое общение, кофеечек, какие-то идеи, креатив. А пагода, я вот на Бали сейчас, тут очень много тоже таких мест, которые паломничество, да, нужно дойти до них, то есть не каждый может добраться. Если представить такие места силы, это прям можно назвать местом силы, как... Нечто сакральное, нечто недоступное для всех, нечто отрешенное и нечто медитативное, да. Я не знаю, какую ты идею хочешь заложить, но очень важно попробовать вокруг этого пространства попридумывать идеи, попридумывать смысл. Понимаешь? Наделить это пространство сакральной идеи. Вот. И главное, очень важно, чтобы с тобой она резонировала. Потому что если это будет не резонировать с твоим нутром, с тем, как ты чувствуешь жизнь, то оно просто не даст энергию, оно не будет так круто работать. Вот. И нужно еще в этом месте, когда ты придумаешь, какой сакральный смысл этой пагоды, попробовать даже внутри отразить эту философию. Грубо говоря, смотрите, есть техника Apple. Почему мы ее так любим? Вы знаете, что... как его зовут? Напомните мне. Стив Джобс, блин. Вы знаете, что он... А? Да, Стив Джобс обожал философию дзена. То есть он построил свою технику на философии дзена. А философия дзена — это... Ноль, ничего, пустота. Когда ты в пустоте лаконизм, одну вещь делаешь. Вот. Когда одна идея в этой пустоте. И тут то же самое. Это должно быть выражено и в интерьере, и в философии того, как добраться до этого места, и в философии того, кого туда пустят. Типа, какой фейс-контроль. Вот. Это все будет работать на идею и, конечно, какие там детали, элементы, но это мы дальше пойдем. Так, смотрите. Психология пространства, она вот как раз с пагодой. Если кто-то хочет, чтобы его тоже я параллельно разбирала, потому что пагода — это очень интересная штука, которую мы можем развивать, поразгонять, брейнштормить. И если у вас есть еще тоже
ваше пространство, вы можете написать в чат или сказать, и я буду тоже про ваше говорить. А, смотрите, психология пространства, она определенно всегда подвластна и форме, и цвету, и той энергии, которая там присутствует. Потому что как мы не будем отрицать, но у любого пространства есть психология. То есть ты заходишь в пространство, ты ощущаешь определенный вайб. Ты заходишь в, например, пастельное какое-то пространство, и тебе там делают массаж. Это спа, да, ты там релаксируешь. Ты заходишь в пространство какого-то съемки тиктоков для блогеров, там яркие какие-то штуки, все такое подростковое, и ты тоже с этого кайфуешь, но по-своему. То есть у тебя энергия такая более волнительная, да, ну, в хорошем смысле. Вот. И когда вы в своем пространстве используете... У меня кошка орёт, господи. Когда вы в своем пространстве используете формы, то вы должны думать о том, как они будут влиять на психику человека, который туда войдет. То есть, смотрите, например, пагода. Я не знаю, ты можешь написать, какую ты идею хочешь заложить туда, потому что пагода может быть очень разная история. Например, что путник туда зашел, хотя он шел до этого на огромную гору пешком, и это был супер трип и преодоление на терпение, да, и он в этой пагоде попьет чая, и он должен спуститься, грубо говоря. Ну, то есть это одна философия. Другая философия, что туда приходишь забыть там обо всем. И зависимо от этого нужно выбирать и формы, и цвет, что будет работать на эту идею, которую мы выявили, да. Я тут вам написала, что какие цвета на что работают. На самом деле даже бренды, вот Макдональдс, к примеру, желтый, да, он может быть таким и открытым, клоун этот немного жестокий, но при этом веселый. Такая детская какая-то радость, прикол. Вот, и каждый, вы можете бренды даже поразбирать на цветовые гаммы, и вы поймете, что каждый бренд, в зависимости от его ДНК, он использует определенные цвета, определенную форму и определенным образом они так влияют на подсознание зрителя, на подсознание того, кто к ним приходит. Следовательно, вы можете с помощью цвета, света, формы влиять на психику человека. Например, если вы сделаете более округлые формы, то человеку будет более гармонично там находиться, он будет ощущать себя более в такой атмосфере мягкости, да, если там будут, наоборот, какие-то жесткие прямоугольные углы, вот как раз то, что обсуждали, если там не будет ножек у стола, то он будет чувствовать себя в таком космолете, он не будет чувствовать себя в безопасности особо. Это все нужно продумать в вашем пространстве, это важно, потому что иначе будет все рандомно. А рандомность нам не нужна, нам нужен только осознанный выбор всего. Вот, и тогда оно будет уникальным. А я вам предлагаю подумать, какое вы эмоциональное состояние хотите вызвать у посетителей вашего пространства. И как вы считаете, что какое состояние благополучно влияет на рабочий процесс? Для кого-то важно, чтобы это был, знаете, какой-то шум города. Я прихожу в кафе, у меня кофеечек, все там шумят, я работаю, все круто. Да? Для кого-то нужно тихое место. Для кого-то кайф, когда это огромное какое-то помещение, и вообще поработать на природе, на горе, я не знаю, там посидеть на балконе. Вам нужно продумать, как ваше пространство вы хотите, чтобы влияло на психику человека, и, исходя из этого, применить вот те инструменты, которые я здесь даю, но это поверхностно, так, знаете, базовая штука. Вы можете порыться прям в этом, и вы найдете очень много интересного. Вы сможете прям влиять каждую деталь, и об этом дальше тоже поговорим. Смотрите, еще, да, вот какие состояния благоприятно влияют на рабочий процесс, попробуйте от себя идти тоже, как для вас по кайфу. И какие пространства у вас вызывают желание творить? И какие пространства вам по душе? Вот мне, например, я всю жизнь заклеиваю себе рабочее место кучей плакатов.
Я обожаю всякие плакаты Days, там, плакаты каких-то любимых групп, плакаты любимых мультиков, любимых аниме, любимых, короче, всего. Вот все, что я люблю, я прям распечатываю, заклею все-все-все свое рабочее место, раскладываю все. Ну вот, у меня, кстати, есть пример. Я вам даже покажу сейчас. Вот. Я вот такой коллаж сделала. Тут мои работы. Вот. Ну, вот типа такие вот коллажи я обожаю. И вот такими коллажами вот эти, видите, у меня смайлики такие. Всякие, вот кошка на... Кошка не он. Вот тут вот. Короче, я тащусь еще по азиатской культуре. Я люблю теги, я люблю граффити, я в детстве рисовала граффити, там каталась на скейте, я люблю вот всякое такое. И когда я заклеиваю свое рабочее место такими штуками, мне это прям дает офигенную энергию. То есть если бы я создавала пространство, я бы его сделала таким. Я бы его сделала... ну, в принципе, мы в нашей метавселенной сделали такую кошку неон, оно пластиковое, розовое, с аниме этими аватарами и, короче... С порно-шопом еще, что главное. Тоже люблю такие угары. Так, и вы должны продумать, вот что именно вам дает эту энергию. Смотрите. Тут еще идея от Полины. Прочитай ее, можно? Да, вообще супер. Так, я как раз задумала диалектическое пространство для брейншторминга из двух противоположных комнат. Пустой для концентрации, в стиле дзен как раз, и очень наполненной комнаты визуальной энциклопедией. И еще, может, промежуточного коридора со столом, где можно собраться и что-то написать, зарисовать, картографировать. Угу. Круто. Смотри, у тебя два пространства, которые несут, как инь и янь, противоположные смыслы, да? То есть направленная такая энергия действия и созерцательная энергия. И в зависимости от этих двух концептов ты можешь играть с формами, с цветом, со светом, с деталями и с, даже с тем, как направлен свет. Грубо говоря, знаешь, я однажды была в Индии в храме таком, в Аурувилле, короче, это не храм, это комната для медитации. И там... О, к нам еще присоединились люди. Вот, мы уже много обсудили, смотрите в записи потом. И там, короче... В этом пространстве для медитации был такой белый круговой по лестнице, вот такая штука белая. Ты там идешь в белых носках, в полной тишине. Ну, погуглите Аурувиль. Вот. И там свет идет вот так. Типа у тебя дыра такая в потолке огромная. Это шар, такой золотой шар само пространство. Дыра, и она, короче, пропускает солнечный свет, и солнечный свет отражается в кристалл, и этот кристалл рассеивает свет по короче, этому по пространству. И прикинь, вот просто дырка и кристалл, и насколько это передает идею всего пространства, всего вот этого созерцания вглубь себя, да, что это центр твоего, грубо говоря, я, да, то есть они заложили эту идею и в само пространство, и даже в такую деталь со светом. Попробуем у себя тоже поискать вот такие штучки в обоих пространствах, чтобы даже через свет ты могла донести идею, через форму, через детали, которые могут символизировать это. Смотрите, я вас призываю всех обязательно посетить Metaverse, который идет от Adobe, с Дэвидом Боуи. Я потом в конце эфира оставлю ссылку. Потому что это пространство очень круто сделано технически. Илья, по-моему, ты видел, да? Да, оно реально прям офигенное. Короче, это гримерка Дэвида Боуи. Ты туда заходишь, ты можешь туда там погулять, ты можешь на каждый предмет нажать, и у тебя будет сторител, как Дэвид Боуи, ну что было с этим предметом и в жизни Дэвида Боуи. Ты можешь послушать радио, истории про его жизнь. И самое главное, ты можешь купить NFT с деталями его одежды, с деталями его гримерки. Короче, вам всем задание, запишите, посетить метавселенную Дэвид Боуи и этот, господи, и Adobe Premiere. Вот тут супер круто показано, как пространство может быть персонажем.
Если ты заходишь в это пространство, это просто Дэвид Боуи, только если бы он был комнатой. Понимаете? То есть все детальки, его грим, его ботинки вот эти сумасшедшие, казаки с какими-то узорами. Все играет на личность Дэвида Боуи. Представьте, что если ваше пространство — это персонаж, то какой? Если мы представили бы, что это человек, то сколько ему лет? Какие у него качества? И, например, подумайте еще, из какой он эпохи, в какой он тусовке тусит, из какого он поколения, сколько у него денег, чем он занимается и во что он одет. Вот просто посмотрите на Дэвида Боуи, во что он одет. Почекайте вообще его фотки, а потом пойдите в этот метаверс. И вы поймете, как круто делать в деталях, вот прям в маленьких детальках, грубо говоря, даже вырезанные на столе ножичком имя, оно будет работать на характер человека. Потому что какой-нибудь бизнесмен, он никогда бы не вырезал ножичком ничего на столе, правда? Ну, может, и вырезал бы, но это больше похоже на чувака, который рок-звезда и может просто это сделать, ему пофиг на эту мебель. Это больше похоже на характер Дэвида Боуи. Попробуйте подумать над вашим пространством в контексте, какой это, какая-то личность. Вот. Дальше идем. Ну, если еще есть вопросы, пожалуйста, можете задавать. Итак, дальше. Так, я вижу вопрос, да? Задавайте. Нет, просто что красота, спасибо. Полина написала уже. Хорошо. За разбор и дополнение. И чуть раньше, я, к сожалению, не прочитала, должен прочитать, наверное, Сергей написал, что у него была до этого идея яхты парусной, которая всегда в движении. Мне кажется, идея для такого. Это очень круто, потому что море, оно безумно разное, как ты сам понимаешь, да, оно может быть Красным морем, да, яхта может быть яхтой пиратов, яхта может быть яхтой бизнесменов, яхта может быть как самодельный плот. Обязательно нужно продумать. Смотрите, зачем это делать. Чтобы не слиться с тем, что уже существует дофига. Да? Нужно обязательно во все добавлять свою аутентичность. Аутентичность своего мировоззрения. Только те, кто проявляет аутентичность своего мировоззрения, становятся узнаваемыми. Но это такой закон, это как бы так работает. Поэтому, когда мы, например, думаем о яхте, можно представить сразу рандомную яхту просто, да. А попробуй попридумывать детали, характер яхты. Там Волк с Уолл-стрит на ней тусит, Великий Гэтсби на ней устраивает тусы и смотрит сверху. Или, может быть, какой-то подросток ее угнал. В чем прикол там? Типа, какой это персонаж вообще? У яхты даже крутые... Я, короче, когда в Каннах жила, там... Яхт, ну, типа, блядь, культ яхт, короче. Люди обожают яхты. Все покупают яхты, и у каждой яхты есть имя. Не название, а имя. Они дают имя яхте. И когда они дают имя яхте, они делают на заказ надпись, которая соответствует характеру этой яхты. Во-первых, начнем с того, что там все яхты очень разные. Я тебе советую реально почекать яхты вот, юга Франции. Может, еще где-то есть дофига, но я вот была на юге Франции, там, ну, в Каннах, и там просто очень разные яхты. Они бывают розовые, неоновые, кислотные, они бывают шикарные какие-то белые. На одной яхте сидела, короче, француженка одна. У нее такие, одно бокальчик розе и бокальчик красного. Она такая сама с собой такая, вуаля, и такая, с утра. Как бы, понимаете, у нее вот такая яхта. И я не удивлюсь, если там будут у нее пионы, розы, как бы все что угодно. То есть яхта тоже должна иметь, как мы здесь обсуждали, и психологию, и пространство как персонаж. Она тоже должна быть персонажем каким-то и придумать имя прикольно. И вот идея ее тоже должна быть. Для чего эта яхта? Потому что, опять же, я когда там была в этих Каннах, то на одни яхты назвали тусить на прям вечеринке, где, короче, видеокомьюнити устраивало просто безумные вечеринки с какими-то блестками, шикарные там платья у всех. Другие яхты были как рестораны. А третьи яхты были как дом, где можно, короче, жить.
работать, просто, ну, быт. Вот, поэтому обязательно нужно придумать. Дальше, смотрите, пространство и история. Давайте подумаем, что ваше пространство уже пережило. Не будем думать, что вот вы его создали, да, а прошлого у него нет. Ну, если у него нет прошлого, то придумайте, как оно построилось хотя бы. Но интересно придумать прошлое. Например, что происходило на этой яхте, в этой пагоде, вот в этом пространстве, где два там дзен и рабочие. Что в них, кто в них был, что в них происходило. Произошло ли там убийство на этой яхте? Или там кто-то поженился? А может быть, эту яхту вообще украли? Или там сидит чувак, который был в фильме Нолана, помните, на яхте, который вообще временем управлял и менял пространственно-временные ветки. Короче, очень важно придумать историю пространства, которое вы строите. Смотрите, нужно, что в нем происходит до того, как мы в него зашли. Почему мы так любим типа фактурные такие кафешки? Мы заходим и такие: о, а тут история. Почему мы так любим? Ну, я, например, люблю кафе, где я вижу, что какие-то подростки замандалили, забомбили его. Потому что мне нравится, что типа это история. Здесь кто-то был, он это завандалил, это выглядит художественно. Или, знаете, на партах, вспомните, как в школе вы приходите на парты, а там ручкой типа выцарапано имя. Это история. Это уже делает эту парту более художественной, кинематографичной. Поставить в кадр, например. Ну, у нас же тоже некое кино в этих пространствах. Поставить просто в кадр чистые парты, это не так будет фактурно и красиво, как поставить кадр парты, расписанный просто в смерть этими школьниками злобными, которые все такие: ой, дети, это святое. Да, конечно, это еще те, короче, персонажи. И это круто, это круто, это жизнь. Это не фейк, а настоящая жизнь. Вот. В каком времени находится, где он находится? Подумайте, сколько лет вашему этому, господи, комар. Подумайте, сколько лет вашему пространству, вашей яхте, вашей пагоде. Сколько поколений видело это пространство? И в каком фильме оно могло бы быть? Смотрите, короче, есть такой пример с тачкой оленем. Это, сейчас скажу, блин. Как эти братья-режиссёры, не Вачовски, а вторые, Коэны. Короче, это из братьев Коэнных пример. Они такой пример приводили, я вам процитирую. Представьте, мы на дороге, мы выходим с вами на дорогу и видим следующую картину. Стоит разбитая тачка, и в ней башкой воткнут рогами олень. Вот мы видим такую картину. За 15 минут до того, как это произошло, или, может, за час, эта тачка ехала на огромной скорости и врезалась в этого оленя. А там еще мертвый человек внутри, да, и он еще проткнут рогами этого оленя. И мы видим статичную картину. Мы можем ее сфоткать, мы можем ее нарисовать, но мы будем видеть в статичной картине историю. Мы будем видеть в статичной картине действие и динамику, потому что наш мозг поймет, что произошло. Больше ничего не могло произойти. Никто не пришел, не вставил оленя в тачку. Ну, если это только не музей. Никто не пришел, не вставил этого оленя в тело мертвеца, правильно? Это был акт удара. И мы видим последствия. Очень круто, когда у вас в пространстве тоже есть такие детали. Когда мы видим, например, что какую-то историю в пагоде, грубо говоря, я не знаю, если это кто-то что-то оставил, какой-то артефакт, или... Ну, я не буду за вас придумывать. Я уверена, что у вас свой мозг офигенный и крутой, и вы сами сгенерируете такие штуки, но подумайте, подходит... Это может не подходить для вашей концепции, но подумайте, так можно очень круто разукрасить, разнообразить. Вот. Я тут привожу пример. Что в твоем пространстве происходило? Может быть, там подростки натегали, может быть, они забрались туда и завандалили, да, твое пространство. Может быть, вот у меня, например, есть пространство как раз в Метаверс, где подростки затегли его. И типа это прикольно, там это работает.
Может быть, нужно подумать, как, кто построил твое пространство. Вот кто эту пагоду построил? Кто построил твою вот эту двойную штуку? А кто эту яхту построил? Кто ее купил? Кому она была передана вообще? Кто ее как называл? И главное, для чего? Типа, зачем построили? Зачем купили? И подумайте, может, там тусили легендарные личности, может, там бухой Дэвид Боуи оставил свой ботинок, может быть, там инфлюенсер оставил автограф вырезов на столе. А если вы туда помещаете логотипы и обыгрываете их, то подумайте, как они там оказались. То есть, если мы просто возьмем пространство и налепим туда логотипов, ну ок. А придумайте историю, как вообще эти логотипы, кто их туда привнес. Может быть, кто-то их как раз выцарапал, а может быть, кто-то оставил кружку, забыл. Или, блин, пивную бутылку кто-то кинул в пагоде. Какой-то вандал. Я извини, что я вторгаюсь в твое пространство. Я просто брейншторм. Кинул бутылку вина там, бухой, да, и там логотип на нем. То есть тогда мы видим эту историю. И круто так обыгрывать всякие штуки. И нужно вам, я рекомендую, придумать storytell пространство, придумать, как бы вы рассказали историю поинтереснее. Смотрите, если вы будете работать с большими брендами, вам придется там рассказывать историю этого бренда, скорее всего, каким-либо образом. Я рекомендую делать все художественно, но помните фильм «Джибару»? «Джибару» из «Любовь, смерть и роботы». Там лес был супер бытовой специально. Он был боль... Ну, знаете, обычно лес такой делают, кинематографичный, красивый, там свет какой-то нереальный. А тут был лес специально упрощенный, он был абсолютно реалистичный, бытовой, я бы сказала. Но там происходили нереальные вещи. Там происходили магические, мифические штуки. И когда у нас на фоне быта происходит магический реализм, это только подчеркивает то, что блин, на моей кухне сейчас тоже может произойти. Еще кто смотрел «Я робот, это нормально» фильм, там, короче, абсолютно бытовая история, абсолютно бытовая сцена, и девочка берет такая, достает пальцы, у нее открываются пальцы, и она начинает всех расстреливать. И графика там не как в «Матрице», типа все такое красивое, все пули летят, а просто настолько убого в хорошем смысле слова, настолько бытово, что это играет на идею. Вот. Так что, на мой взгляд, круто прям бытовуху, если делать, то с привнесением какой-то нереальной фигни, как в «Джибару», «Любовь, смерть и робот». Вот. А если это не нужно, то быт тоже будет пустоват. Ну, типа, если просто взять лес в «Джибару» без вот этих персонажей ярких рыцарей, этой сирены, то он будет... Ну, никто не запомнит его даже. Потому что он слишком реалистичный, обычный. И только привнеся туда вот этих героев нереальных, узнаваемых, он становится узнаваемым, потому что сочетание несочетаемого всегда запоминается зрителям. Так, дальше. Лес не магический, да, как у каждого на даче в этом Джибару серии. И в этом случае оно работает. Как будто бы ты думаешь, блин, у меня на даче вот это сейчас происходит. Так, смотрите, очень важная штука, особенно когда вы будете работать с брендами, я уверена, что все будут работать, у них всегда есть ЦА. И на самом деле у вас у всех есть ЦА. Целевая аудитория. Целевая аудитория — это по факту ну, такие же люди, как вы. Те, кого вы хотите притянуть. Когда вы делаете пространство, очень важно учитывать для кого. Вот кто придет туда. Те, кто туда придет, это и будет ваш ЦА. А ваши ЦА, опять же, это те, кого вы хотите туда пригласить, кого вы хотите позвать. У каждой целевой аудитории есть свой культурный код. И вы должны в этом пространстве говорить на культурном коде, грубо говоря, с помощью цвета, света, деталей со своей аудиторией или с аудиторией того бренда, для которого вы это делаете. Так. Смотрите, культурный код — это тоже детали, в принципе. Если вы, например, хотите для Generation Z, там, зумеры, да, сделать пространство, то вы должны говорить с помощью пространства на их языке. То есть
узнать, какой у них культурный код, кто их герои, за кем они идут, почему они обожают вот этих там Билли Айлиш, почему. Попробовать проанализировать эту ЦА и посмотреть, как вам отзывается, какие элементы отзываются вам, вашему пространству, какая философия вашего целевой аудитории. Вот. Когда будете делать для брендов, например, представим, что вы делаете для Gucci. То есть вам нужно понять, что такое вообще стиль кэмп, как это внедрить в пространство. Стиль кэмп — это некая ирония. Знаете, как Томми Кэш делает, да? Вот такая ирония на грани сарказма, кич. Значит, мы думаем, как это применить в пространстве, как из пространства Гуччи сделать этого персонажа кичевого такого с этим, блин, воротником. Ну, короче, подумать вот, вот такие штуки. А, так. Так, я себя слышу или не слышу? А можно по целевой аудитории маленький вопрос, который у меня да, есть? Вообще. Ребята, да, тоже задавайте, если что, в чате или включайте микрофоны. У меня вопрос, а каким образом ты можешь посоветовать найти этот баланс между тем, чтобы подстраиваться под целевую аудиторию, философию бренда, историю бренда и внедрением своего мировоззрения и своего видения? Я объясню. Я вижу баланс в том, чтобы не работать с брендами, с которыми у вас не мэчится философия. Вам нужно работать с брендами, ну, стараться работать с брендами, если прям вопрос денег, ну, постепенно отсекать то, что вы не любите. Потому что, ну, это иначе причинит много страданий в жизни. Должно как бы сочетаться то, что вы хотите транслировать, и то, какие бренды к вам приходят. Для этого, конечно, надо позиционировать себя, чтобы они видели, что вы похожую штуку позиционируете и приходили к вам. Я уже говорила на одном, ну, на другом своем воркшопе, что важно работать не на клиента, а на свою ЦА. И когда вы поймете, что ваша ЦА — это ваша комьюнити, которую вы любите, то вы поймете, что это комьюнити является ЦА каких-то брендов. И ваши ценности совпадают. Вам не нужно никого себя изображать, чтобы для них снять рекламу, грубо говоря, или сделать пространство. И тогда происходит мэтч, и вы можете, во-первых, закрыть боль клиента в том, что вы знаете его целевую аудиторию, поскольку вы сами являетесь частью этого комьюнити. А во-вторых, вы будете просто чувствовать и знать это. Вот. Ну, кругозор расширять, конечно, нужно, там узнавать про всякие Gucci, Balenciaga, у них у всех своя штука и свои фишки. А, вот. Так. Спасибо. Спасибо за ответ. Так, я дальше сейчас читаю, что я тут написала. Чтобы... Так. Как, ребят, нету какого-то, может быть, еще вопроса. Кто подключился? Мы вначале просили, чтобы вы написали, кто вы. И, может быть, если делаете окружение уже для челленджа, то напишите идею ее. И мы как-то по ходу уже слайдов, которые рассказывает Аня, можем чуть-чуть остановиться и побрейнштормить на эту идею, как ее еще можно прокачать через вот эти инструменты, которые рассказывает Аня. Поэтому те, кто это подключились, пишите. Будет интересно почитать. Да, может, некоторых уже разобрали. Те идеи, которые вы придумали, я бы советовала бы вам прогнать через то, какой слой общества вы бы хотели видеть в этом пространстве, если бы оно было в реальности. Кого бы вы хотели пригласить туда? И подумать о том, какие культурные ценности, код культурный у вашей вот этой целевой аудитории, и, возможно, наделить пространство этими элементами, чтобы больше было точек соприкосновения и визуальных, и философских. Так, и вы можете это через элементы декора добавить, как я говорила в начале, через свет, через кучу всяких приемчиков. Да, чтобы ваше, короче, ЦА должно считать, что вы к нему обращаетесь, понимаете? Так, и подумайте вообще, на какую ЦА вы бы хотели работать. Это важно для любого автора, кто хочет коммерцией заниматься.
Потому что куча есть, на самом деле, целевых аудиторий, которые вам не подходят, а вы случайно на нее работаете, потому что не отсеяли. Так, это целевая аудитория — это срез общества, который вам по кайфу. Вы должны с ними хотеть поехать на необитаемый остров и построить свой город лучших людей. А, так, пространство должно приносить эстетическое наслаждение. Именно для вашей целевой аудитории, потому что, грубо говоря, если, например, не моя целевая аудитория придет в мое пространство, они, потому что, ну, они реально, это, они не будут готовы к этому. При этом, если моя целевая аудитория придет в мое пространство, то они заценят и поржут, и скажут, что круто. Вот. И очень важно это, ну, короче, фильтровать, потому что иначе никто не будет доволен. Потому что ваша ЦА офигеет от того, что лишние люди пришли, а лишние люди просто будут хейтить ваше пространство. Так. Так, зритель должен... Да, вот. Зритель должен хотеть изучать и идти дальше. Они приходят, вам нужно вешать вот эти вот... когда вы общаетесь с ЦА, да, вот эти вот зацепочки. Зацепочки. Чтобы я понимала, что я как зритель тут нахожусь в нужном месте. Если я там пагода, грубо говоря, это духовное место, и, опять же, не хочу лезть. Это мое восприятие, потому что я не знаю, какая ЦА, да. Я люблю духовные всякие практики. То есть я бы хотела, чтобы, грубо говоря, там, может быть, какая-то фраза Далай-ламы была написана, и я бы поняла, о, да, я же его люблю. Ну, короче, вот такие тонкости, детальки, колокольчики, не знаю, что угодно, чтобы я зацепилась. Чтобы я зацепилась за то, что я люблю как ЦА. Вот. Также вот и с остальными пространствами. И с яхтой тоже. Я должна как ЦА понять, в какую тусу я попаду, когда я попаду на эту яхту. В какую тусу я попаду, когда я попаду на, в эту пагоду. В какую тусу? Туса — это и есть целевая аудитория. Я попаду, когда попаду в это пространство двойное. Так. Вот. Пишу, что пространство не может быть для всех, потому что есть ЦА, и иначе никому не понравится. Иначе придут самые разные слои населения, и все будут недовольны. Посетители должны быть похожи. Ценообразование формируется так, чтобы более бедные слои населения не могли посетить кафе. Вот когда люди говорят, что кафе такое дорогое? А оно дорогое, чтобы определенные слои населения туда попадали. Определенная ЦА, которую выбрал тот, кто делал это кафе. А, все четко работает. Да, и поэтому, кто не может себе позволить, они не пойдут туда, они не смогут. А те, кто может себе позволить, они спокойно потратят эти деньги, чтобы не соприкасаться с теми, да, мир жесток, чтобы не соприкасаться с теми, кто не может себе этого позволить. А, итак, ценное образование, да, это мы обсудили. То есть важно, ну, блин, кастовую систему в мире пока что никто не смог отменить, даже Ганди. Поэтому как бы что есть, то есть. Так вот, чтобы в бутике смогли купить только привилегированные вот эти высшие слои общества, там все дорого. Чтобы не раздражать этих привилегированных обычными посетителями. И при этом клиенты, которые для народа, про народ, для массовости, они делают дешевый и доступный товар, и это масс-маркеты. И столовые большие. Ну, простые как бы, и все там понятно. И люди не нуждаются в этой эстетике, роскоши, сервисе, листовочках, понимаете? Все по-разному. И вам, вы тоже поймите, у вас VIP-продукт или у вас для народа продукт? У вас про... Про какой социальный слой вообще ваша история? Так вот, каждое помещение еще несет определенную идею определенного действия. То есть, например, в пагоду я могу прийти попить чай, и еще и помолиться могу, а еще могу посозерцать, а еще помедитировать. Да? То есть это акт. Подумайте, что вы можете сделать на яхте, какой акт и какой акт там допустим. Потому что просто помещение, где не понять, что делать, ты из него выйдешь. Итак, продумайте боли вашей целевой аудитории. И как вы закрываете пространство своим, какую потребность своей аудитории можете закрыть. Пространство не может быть для всех. А, да, любом... Да, это мы уже говорили. Сейчас. Блин, сейчас я стару...
старую версию, что ли, открыла. Сейчас презентация. А, вот. Основные критерии выявления целевой аудитории. Демографически это пол, возраст, причастность. Я вам советую все это заполнить. Причастность к поколению, уровень образования, уровень дохода, географически, вплоть до района проживания. Стиль жизни, хобби, интересы, вкусы, ценности, приоритеты, мнения. И причастность к поколению тоже важно. Вот. Дальше. Пространство — это всегда воронка продаж. Грубо говоря, когда вы приходите в кафе, вы не, на самом деле, приходите за чем-то другим. Вы не просто, ну, типа, можно просто поесть, да, это тоже воронка продаж. Я хочу утолить свой голод, я прихожу в кафе, оно эту боль закрывает, да. А бывает так, что вы в кафе приходите как в комьюнити. И вы платите деньги, вам дают кофе как входной билет в некое комьюнити, где вы можете быть причастным и поработать, грубо говоря, среди людей, которые вам нравятся, или среди, или в удобном месте, которое вам нравится. Так, подумайте, каким образом ваше пространство будет продавать вашу идею. Грубо говоря, если идея духовности, как она будет продана? Если идея дзена, как она... все равно, ребят, даже духовные штуки это продаются. Я серьезно говорю, если мы разберем, то все продается, к сожалению, даже любовь. Потому что люди, я знаю, что это звучит цинично и жестко, я не в том, не в, ну, не в негативном ключе это говорю. Просто люди, они все оценивают всегда. Ну так устроен мозг. Мы оцениваем партнеров, мы оцениваем пространство, мы оцениваем людей, мы оцениваем проекты. Мы оцениваем каждую секунду все, и это и есть продажи. То есть мы либо покупаем, например, мы смотрим человека, мы его оцениваем, и мы его покупаем в друзья, к примеру. Да? И вот дружба зарождается, потому что он нам понравился, мы купили как бы его, грубо говоря. То есть мы его выбрали на прилавке людей. Вот. То есть в продажах ничего плохого нет. Они повсюду. Да. Что может быть такого, что людям захочется быть причастным к вашему пространству? Что может быть такого, что я захочу вообще туда каждый день приходить? Что может быть там такого, что я захочу быть причастным к обществу, которое там находится? Эмоции зрителя, его ощущение причастности к определенному комьюнити, соответствие его ценностям. То есть... пространство должно соответствовать ценностям, должно приглашать определенный комьюнити, это мы уже обсудили, приносить эстетическое наслаждение, уровень безопасности, если это вашей целевой аудитории нужно, или наоборот, типа риск, типа авантюра, я в каком-то крутом месте, где я хочу прыгнуть с тарзанки заодно. Это все воронка продаж эмоций. И по факту, когда вы зовете человека в пространство, вы продаете ему эмоцию в любом случае. Потому что если мы идем есть в кафе, которое нас бесит, то мы такие, блин, поедим и скорее свалим отсюда, да? А если мы поедим в кафе, которое прям офигенное, и у нас там эмоции наслаждения, то нам хочется еще и посидеть там потом, еще и десерт взять, и потусить, и вернуться на следующий день. Вот. И значит, воронка продаж сработала. Она зацепила нас и визуально, и эстетически, и атмосферой, и теми людьми, которые у нас там есть. Так, вот. Кофейня продается не кофе, а комьюнити и атмосфера. И кофе — это уже входной билет. Даже приходя в лес, мы ищем ощущения и эмоции связи с чем-то вечным. Мы ищем дух леса, а не факт посещения леса. Ну или мы ищем грибы. Грибы — отличная воронка продаж леса, потому что мы идем в него глубже, и грибы нас якорят все больше, больше, больше туда пойти. И причем люди еще обожают не только сами грибы. Не подумайте, что это галлюциногены. Я парообычный. А еще и сам ритуал поиска. Потому что, знаете, они же любят, вот типа, найду я, не найду. Это уже игровая штука. Ее тоже можно внедрять на таком уровне примерно в свое пространство. И, кстати, через... вот сжигание токенов, поиск токенов, но это уже мы потом будем говорить, оно все работает. И люди любят и ценят ритуалы самих брендов, потому что вспомните, когда
люди покупают iPhone, они часто даже снимают на видео, как они вот эту штуку открепляют, расчехляют. У нее специальная упаковка, которую не просто так откроешь. Это все ритуалы. И они, короче, должны присутствовать везде. Так, любая коммерция, любой бренд — это ровно две главные, основные вещи. Имидж и продажи. И как бы у каждого человека на самом деле тоже есть имидж и... имидж и продажи. Ну, потому что у нас есть определенный свой имидж и определенные вещи, которые мы делаем, за счет которых мы живем и зарабатываем деньги. И у брендов это просто в масштабе. Подумайте, как сформировать имидж у вашего пространства. Что о нем говорят люди? Представьте, вот оно есть в жизни, и что... Как сарафанное радио работает? Что говорят об этой пагоде? Она вдруг она настолько легендарная, что они говорят по всему миру и говорят, что это вообще самое крутое место силы, и туда добраться там не каждый может. И легенды они слагают, что там вообще был какой-то, не знаю, Ганди сам сидел, молился. Ну, это я придумываю. Это тоже. Или что это построил какой-то бизнесмен, и это крутая штука, где могут селебы ездить в дом отдыха, еще в этой пагоде отдыхать. Это другой имидж. Создайте для своего пространства имидж. И это со сторителлом связано, но должно быть так, что как сейчас люди говорят о нем. Этого еще нет, но вы придумайте сами. Что вы придумаете, причем то и будут говорить. Да, вот, как культурный код у вашей целевой аудитории, это все нужно, ну, мы обсуждали, да, внедрять в имидж. И с помощью культурного кода продавать то, что вы хотите продать в этом пространстве. Подумайте, что бы вы там могли продать. Смотрите, в кафе бывает продается кофе, а бывает еще там какой-нибудь стеллаж, где можно купить стакан из Starbucks, например, да. В Starbucks еще как раз-таки покупается не только сам кофе. Есть книга такая «Дело не в кофе». Там покупается целая философия бренда, но это вообще отдельная тема. Я советую такие штуки изучать. Я советую изучить главные бренды мира, их историю, и тогда вы больше поймете вообще, как все устроено. Например, бренд Supreme. Я, по-моему, здесь буду приводить дальше пример. Чувак просто сделал магазин для скейтеров. Он сделал магазин для скейтеров и созывал комьюнити. Они все прикатывали к нему в этот мини-магазинчик и тусили. Они делали какой-то вирусняк с рекламами. Типа они воровали идеи рекламы других брендов, развешивали в них, потом на них подавали в суд, и они этим самым хайповали. Итак, вот этот скейт-комьюнити разрослось до просто невероятного бренда огромного, у кого стоит очереди. И, ну, короче, их одежду невозможно купить, потому что раскупают все на пресейле, которую за одну секунду, в общем. Только открывается, все. Уже скупили. Ну, про Supreme тоже советую почитать, потому что очень показательная штука. Вот. Потом, очень показательная штука, как имидж бренда, что вот, типа, мы скейтеры, сработал на продаже. Все просто сметается. Потому что все хотят быть причастны. Так. Вот. Бренды, когда вы работаете с брендами, бренды хотят поддерживать свой имидж. Они хотят, чтобы вы, как авторы, помогали им еще круче себя показать. Круче показать свой имидж, круче его проявить. Вот. И чтобы они смогли поработать на свою ЦА, которая в лучшем случае, в крутом случае, работает, ну, короче, соответствует вашей ЦА. Так, и причем у брендов может быть разная целевая аудитория в зависимости от линейки продуктов. Они же любят, там, знаете, это для одних попроще, там, а для других подороже, для VIP-персон. Вот оно. Все нужно анализировать. Короче, как вы можете помочь поддержать имидж бренда и повысить продажи бренда? Это вы должны думать, но вы попробуйте думать даже про свое пространство. Ну, художественно ничего не уйдет, потому что вы уже придумали художественно. А попробуйте через фильтр таких штук это еще прогнать. Итак,
Так. Как с помощью самого пространства делать так, чтобы люди в него возвращались? Какие фишки вы можете применить, чтобы людям хотелось в него вернуться? О чем будут рассказывать люди своим друзьям после того, как побывают в вашем пространстве? Какие детали интерьера запомнятся людям? Вот, сейчас остановлюсь поподробнее. Побывавшим в вашем пространстве. Сейчас кафе, короче, все делают зоны для Инстаграм, зоны для ТикТок. Они делают зоны, чтобы люди приходили в их кафе и фоткались для Инстаграм. И люди приходят как бы за фотками, а по факту кофе, там, чай, еда — это уже вторичная штука, за которую они пришли. И кафе, в котором есть зона для этих фоток, ТикТоков и Инсты, они работают, ну, как бы у них трафик, посещение лучше. Попробуйте подумать, почему к вам захотят люди прийти, за какой реликвией, за какой фишкой. Итак, а еще подумайте, да, какие детали интерьера им запомнятся, о чем они могут говорить, как сарафанное радио, и какие заголовки будут в изданиях после релиза вашего пространства. Смотрите, чтобы проект был вирусный, чтобы проект был запоминающийся, нужно придумать заголовок газет. Должно быть ярко. Вот инфоповод. Придумайте инфоповод. Например, живые крокодилы на яхте. Живые крокодилы в аквариуме на яхте не дали посетителям пройти в бассейн. Заголовок. Я накидываю сейчас просто самый яркий, который мне пришел в голову. И вы должны сами придумать заголовки, чтобы был громкий проект. Потому что негромкие проекты, ну, они всегда будут, а громкие надо придумать. И это тоже важно для коммерции, это важно. И когда вы с брендами работаете, попытайтесь тоже придумывать яркие заголовки. Так. Короче, да, трейдинг неоновыми котиками на там, платформах всяких метавселенных, когда люди приходят просто обмениваться котиками, обмениваться штуками. Это тоже трафик. Например, люди могут к вам в пространстве приходить обмениваться чем-то. Попробуйте придумать, как это будет работать с философией вашего пространства. Так, сейчас, секундочку. Так. Смотрите, поскольку это метавселенная, а не просто пространство, вам нужно еще будет придумать experience-performance. Я вам советую, я вам говорила уже про Дэвида Боуи, попробуйте расписать интерактив, с которым можно будет взаимодействовать. То есть как в вашем пространстве можно вырастить этот интерактив и как он будет работать на те же идеи, которые мы с вами обсуждали. Когда вы будете работать с брендами, то по факту эти интерактивы должны будут работать на продаже, опять же. Чтобы, что получит покупатель после покупки? После этого иммерсивного опыта с интерактивом. Какие ощущения, какой статус? Например, человек покупает дорогой, офигенный, новый Mercedes. Он же на самом деле мог бы и Volkswagen купить, но он покупает Mercedes ради ощущений, статуса, ради перформанса, когда ему продают этот Mercedes, на самом деле тоже. Ведь помните куча видосов, где чувак покупает Mercedes, и он снимает с бантом там, да? Ну, короче, люди любят такое. Нужно понимать, что мы не можем улететь с этой планеты и не думать о людях, если мы создаем контент. Вот. Какие чувства ждут его? Что получит он? И все должно соответствовать бренду, с которым вы работаете. Типа, если Gucci, то как вы передадите запах через, может быть, какой-то полет цветов, бабочек, чего угодно. Выпишите ассоциации с брендом, с которым работаете или хотите поработать. И подумайте, с чем должно ассоциироваться ваше пространство у посетителя. Если вы работаете с брендом, с чем оно должно ассоциироваться? Итак, ДНК бренда. Если вы хотите работать с брендом, то нужно изучить его ДНК. ДНК — это, знаете, вот я назову вам, например, бренд Apple или бренд Coca-Cola. И у вас возникает образ. Он возникает в виде цвета, силуэта, формы, в виде звука. Короче, по всем органам чувств вы ощущаете эту Coca-Cola или этот Apple.
вы на самом деле, когда будете работать с брендами, должны будете узнавать про все вот эти ДНК-тонкости. Я привожу пример, что Gucci, вы не можете снять для них или сделать тритмент или продающее пространство, которое они купят, если вы не знаете, что такое стиль кэмп или не смотрели, например, Мит-галу. Потому что они по факту базируются на вот на таких штуках, на киче, на приколах. И если мы не знаем, то мы сделаем какой-нибудь пафос, а это вообще не в их ДНК. И так у каждого бренда. И просто вводите, когда работаете с брендами, ДНК там какого-то определенного бренда и изучаете. Там будет и эстетика, и философия бренда, и его форма, и его шрифты, и его цвета, и его истории, его tone of voice. Как он разговаривает со своими зрителями. И это все смыслы. Например, у Витмо эстетика саркастического восхищения над обычными людьми. Типа они троллят, блин, всех. У них фэшн-показ в Макдональдсе, где типа охранники ходят и работники Макдональдса. Ну, посмотрите Витмо показы. Это очень смешно. Это похоже на Томми Кэша. Это называется метамодерн. Метамодерн — это что-то такое, когда мемас. Типа, если у вас пространство мем, то что там может быть? Например, помните, как в последнем клипе его Сапроки, где толчки летающие падают на землю, как метеориты. Ну, короче, угар за угаром. Это все метамодерн, и можно внедрять такие штуки. Если вы, например, сами тролль по натуре, то можно сделать ДНК своего пространства вот таким провокативным перформансом, секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, без наркотиков, конечно. Вот. И это некие такие у Витмо новые рок-звезды, которым вообще пофиг на всех. И я призываю вас изучить вот ДНК некоторых брендов, понять, как это работает, и придумать ДНК вашего пространства, силуэт, цвет, темное животное, философию, форму, консистенцию, какие там напитки пьют, какие эти напитки вызывают свойства. Ну, какие свойства напитка там, типа, меня заглючит от вашего напитка, взбодрит, или я, наоборот, оздоровлюсь. Это все важно, на самом деле важно. Я об этом еще чуть позже дальше скажу. Так, вот. Если вы работаете с брендом, вам нужно знать его ДНК, также целевую аудиторию. И вы хотите... То есть, смотрите, мы вашу целевую аудиторию выяснили, а теперь целевую аудиторию, например, того же Gucci. Да? Вам нужно просто четко очень проанализировать, кто эти люди, где они сидят, в каких бутиках они покупают вещи, в каких кафе они покупают еду. И вот. И подумайте, эта целевая аудитория вам не противна? Типа, вам не противны вот эти люди? Вам она подходит? Очень важно, чтобы подходила, иначе ничего хорошего на самом деле. Так, вот. Дальше. Пространство — это не картина, а фильм. То есть, смотрите, когда за пространством вообще ничего не стоит, то мы в него заходим такие красивые и уходим. Потому что это выглядит как некая картина, галерея, за которой вообще ничего не стоит. Это как статика. То есть прийти в красивое помещение — это все равно, что посмотреть на картину. Тебе будет абсолютно все равно. Также бывает человек такой красивый, поет там красивую песню, за ним ничего не стоит, это просто вокал, да, ничего, все красиво и ничего. А важно показывать не только пространство, но мы уже с вами обсудили, а что за этим стоит, то есть какая суть. Аудитория должна понять, когда она заходит, что за всеми проектами на самом деле стоит реальный человек, личность, и философия ваша отражается в этом пространстве. То есть по факту пространство должно отражать какую-то часть вас. Раз вы это придумали, значит, это вы, значит, это ваша философия, и я должна увидеть эту личность. Короче, показывать просто пространство без подтекста, лайфстайла, идеологии — это то же самое, что смотреть кино в статичных изображениях без движения. То есть
просто фотки без эмоций. Да. Просто мы увидели очередной метаверс, очередное пространство, мы ни хрена не запомнили. Там нету вот этого движения всей штуки, которую мы перечислили. А, вот. Для того, чтобы ответить на тему, ну, развить тему, ответить на вопросы ниже, которые мы обсуждаем. Ой, господи, что стоит за твоим пространством, какой срез общества, как там, кто там мог бы оказаться, в чем твой перформанс, ну, как бы в чем шоу твоего. Я вот захожу, в чем ритуал, в чем шоу, кем я стану, какие эмоции испытаю. Например, знаете, можно в некоторых там кафе специальные какие-то туалеты с кучей зеркал, да, там с какими-то ручками. Это все равно ритуал пойти в этот туалет, умыться, я не знаю, из тазов. Ну, бывает всякое. Короче, вам нужно придумать все эти детали. Иначе, я говорю, будет обычно. Так. Вот, почему некоторые проекты становятся вирусными, а почему какие-то не становятся? Во-первых, потому что ну, в невирусных проектах никто не продумывает вообще ничего того, что мы обсудили, и не продумывает эти заголовки, и не продумывает сам акт выражения. То есть если проект вирусный, это какое-то выражение, которое резонирует с кучей людей, которые считают так же. Они начинают этим делиться с помощью, даже с помощью пространства можно делиться своим мнением. Если оно бунтарское какое-то, если оно заточено на какое-то молодое общество, и там разбитые стекла специально, потому что это часть интерьера, то мы будем, кто поддерживает такую штуку, мы будем делиться этим, чтобы показать, что вот это я такой. Вот это пространство, потому что это я такой. Вот, я про Supreme вам рассказала уже. Так. А, ну и вирусно еще, извините. Вирусно еще бывает, когда что-то там такое происходит, что люди не привыкли делать. Например, если с потолка сыпятся пачки долларов, и они сыпятся, я не знаю, в камин. Вот такой вот перформанс-кафе, к примеру. Да? Или если там у вас живой павлин на яхте, или живые крокодилы едят павлинов, я не знаю. Это перформанс. Попробуйте подумать, вам он уместен или нет, нужен или нет. Я вам просто накидываю разные штуки, вы можете какие-то брать, применять, какие-то пропускать. Но факт в том, что круто это все работает. Итак, смотрите, упаковка визуала. Мы заходим в ваше пространство. Ваш потенциальный клиент заходит к вам в пространство. И визуал должен быть актуальным для него, продающим и приносить эстетическое наслаждение и другие эмоции. Ответьте на вопросы. Какое название пространства может максимально отразить его суть? Пространство, у меня тут опечатка. Смотрите, попробуйте дать название вашему пространству. Попробуйте придумать логотип вашего пространства. Попробуйте придумать его брендбук. Какие там можно использовать шрифты, какие там можно цветовые сочетания использовать. Попробуйте найти референсы и как это будет транслировать внутренний мир вашего пространства, соответственно, как бы и вас. Итак, вот, находим, значит, референсы. Это будет индивидуальный брендинг вашего пространства, логотипов, референсы ваших посетителей. Тоже рекомендую найти. Публикации в СМИ. Представьте, в каких СМИ могут писать о вашем пространстве. То есть с кем резонируют. Представьте, как фоткаются внутри вашего пространства. Например, вот я то, что говорила, что есть кафе, где фотозоны. Представьте, если у вас есть такие фотозоны, удачные, вот где все посетители в вашем пространстве будут фоткаться, с какой точки, где там самые удачные ракурсы, самые удачные эти, господи, зоны. Вот. Шрифты я сказала. И придумайте, если вы мерч делаете, то какой? Например, я когда делала свой бренд, я делала такие значки, я делала
теги баллончиком на стенах. Я делала шарфы такие неоновые, кислотные, с Another Danger шрифтом. Я делала даже трусы такие, прозрачные трусы кислотные. И это все работало на мой стиль. Вон у меня там тоже надпись такая, похожая, кошка неон. Это потому что для меня это работает, у меня это узнаваемо, и у каждого из вас есть своя штука. И вам обязательно нужно выявить, потому что рандомные шрифты, рандомные логотипы вам не нужно использовать. А также рандомный мерч. Просто, блин, на футболке напечатал и все. Нет, попробуйте продумать, что это такое. У меня это, вы видите, типа такая, не знаю, видно ли, кошка, которая орет. И она, я ее придумала как персонажа Накамату. Это японский демон. У нее 3 глаза, огненные лапы, 2 хвоста, и она огромная. Короче, каждому советую придумать то, что у вас будет узнаваемо. Итак, еще подумайте, какое бы было ваше офлайн-позиционирование. Если вы делаете это пространство, представьте, что вам нужно придумать маркетинг для вашего этого кафе или что, ну, как это называется, рабочие, блин, коворкинг. Представьте, если вам нужно сделать офлайн-рекламу, офлайн эти листовки, чтобы все видели, да, или билборды, или рекламу в пабликах, как бы вы это делали? Вот как будто у вас уже реальное место. Попробуйте найти референсы и сделать презентацию пространств в этом стиле. Кому бы вы из брендов отправили коммерческое предложение о посещении этого пространства? Представьте, что в какой стране ваше пространство? Ну, к какому он больше всего подходит? Вот, например, с пагодой, да, то есть это какая-то азиатская страна, там этот лайнер или как это, господи, яхта. Это может быть в Нью-Йорке или это на каком-нибудь парижской, французской лагуне или как там называется. Вот. Попробуйте подумать, с какой страной ассоциируется ваше пространство, где бы оно было гармонично. Может быть, оно универсальное, и тогда это сеть штук, да, таких. Или вообще, может, это из другого мира со своими законами физиками, и мы вообще этого мира не знаем, из какого-нибудь этого фильма «Аватар», или вообще на другой планете, или в другой вселенной. Короче, подумайте, пожалуйста, в какой это могло бы быть реально стране, почему, и в какой валюте вы там принимаете деньги, и какие это суммы, сколько у вас стоит чашка чая, грубо говоря. Если я понимаю, что кто-то из вас может делать пространство чисто для себя, там, как свою комнату. Это все ложится туда же, просто без, например, такой ценовой политики, что у вас там кофе можно купить. Оно должно, значит, отражать личность того, кто там живет, философию, то, как он зарабатывает, как он все это оформляет и так далее. Вот, какой образ жизни там, что его окружает, где и в какой стране есть подобное и где это востребовано, подумайте тоже. Да, эмоции и ценности. Смотрите, ценности вашего заведения. Кого бы вы, как секьюрити, вышвырнули бы нахрен, если бы он начал там это делать. Так, да, потому что, смотрите, вот мы определили, что ваше ЦА — определенное настроение, эмоции, когда они заходят к вам. И представьте, что кто-то зашел и начал, не знаю, распивать алкогольные напитки. С яхты мы бы его куда выкинули? За борт? Или что бы мы с ним сделали? Какие эмоции мы позволяем в своем пространстве людям испытывать? Позволяем ли мы там насилию? Типа, можно ли там убить кого-то, поехать? В пагоде можно кого-то убить? Или мы там позволяем вообще все, и у нас панк-сообщество, и все бьют бутылки себе о голову. Короче, вот эти штуки надо определить, потому что это ваши ценности, и ваши эмоции только зависят от того, как вы установите свои личные границы. Вот. Ну, какие эмоции вы хотели бы вызвать, транслировать этим пространством, это от этого и зависит, что вы фильтруете, что вы не принимаете, и что вы хотите сами. Так, какие ценности вы несете в мир через пространство и какой вайб? Если вы хотите там троллить всех и стендап-комик позвать,
то это одна история. Если вы хотите там, чтобы было супер сейф, безопасное место и поддержка, я не знаю, ЛГБТ-сообщества, где их никто не тронет, то это третий вайб. Если вы хотите, например, поддержать ЛГБТ-сообщество, грубо говоря, и вы говорите, что моя ценность, что я за ЛГБТ, да, то радужный флаг надо, по идее, все вешают, да, радужный флаг. А у нас даже в Metaverse, вот, комьюнити, я говорю, давайте на порношоп повесим все флаги всех гендеров, там, всех любых представителей любой, там, сексуальности. Для меня это важно, к примеру. Для кого-то это неприемлемо, и кто-то никогда в жизни у себя такого не сделает. А вот это и есть ценности. И как бы, когда я проявляю свои такие ценности, я приглашаю, собственно, людей, которые со мной их разделяют. И, следовательно, у зрителя должно быть озарение, мотивация, радость или грусть. Потому что, когда мы сидим на там горе высокой, мы можем ощущать какую-то меланхолию, и это круто тоже. А можем быть в кафе, где играет рэпчик, и нас просто качает, и нам кайфово. Очень важно определить такие штуки, потому что пространство без эмоций, которое не несет никакие эмоции, оно по факту мертвое тоже. Здесь я вам пишу как раз. Мы это обсуждали, но я как хочу как задание дать, чтобы вы определили тотем этого места, тотемное животное, его вайб, если это лев, какой он, мультяшный. Типа, знаете, говорят, лев, и чё, блин? Ну, лев. Мультяшный он, как из «Король лев», или он настоящий, и «Двери саванны», а если «Король лев», то вспомните, там есть и львёнок, и вот этот папа лев, и вот этот лев-злодей, который с шакалами тусил. Лев может быть даже демон какой-нибудь. А может быть, лев с телом человека. Лев может быть мультяшный, такой кругленький и комичный. Может быть, толстый лев. Может быть, какой угодно. Может быть, очень неоновый лев в CG такой, типа. Вообще нереалистичный. А вам важно понять, какое у вас тотемное животное. Лев — это просто пример. Может, это попугай вообще, который любит, блин, в блестках. Может, это попугай, который сидит, и у него из крыльев идут блестки, и чуваки воги танцуют там вокруг него. И это тоже круто, и это тоже тотем. А, вот. Я бы предложила тоже еще про тотемное растение подумать, потому что у любого растения есть свойства. Какое-то исцеляет, какое-то там успокаивает, какое-то пьянит. Вот в вашем пространстве какое будет свойство растения? И круто как-то, не обязательно его даже сажать туда, круто просто знать и через детали это проявлять. Если, да, с напитком сравнить, то тоже, опять же, тот же вопрос. Потому что напиток — это состояние. Вы так тоже больше распакуете то, какое у вас пространство. Потому что даже любые бренды вы можете сравнить с напитками. Там какой-нибудь Макдональдс — это газировка. Кока-кола, мы знаем, что она вредная, но мы это жрём, пьём, как бы, и ничего не поделаешь, вот так вот. И у любого пространства то же самое есть. Так, на каком виде транспорта к вам можно доехать? Вот пагода, говорят, высоко, а там эти ходят, знаете, как это называется? В горах еще, когда на лыжах катаешься, вот эти штуки. Как называется? Ну, короче, вы поняли. Я просто реально забыла почему-то. Ну, короче, которые перевозят наверх. Вот. Смотрите. Как вот до этого места можно доехать? На поезде, на ракете? Может, на другую планету мне надо на ракете приехать? Может, я могу на велике доехать, потому что это в соседней деревне? А если на машине, то на какой? Я на Тесле туда доезжаю или на стареньком Форде? Это важно, потому что это тоже как бы атмосферу задает вашего пространства. Яркое, динамичное или успокаивающее, безопасное, как бы всякие такие штуки. Так, все, я, по-моему, да, я закончила, ребята. Слушайте, мне было сегодня сложно вести, потому что я что-то мало сегодня спала. Я надеюсь, блин, я не затянула. Сколько идет эфир уже? Не, все окей. У нас идет эфир сейчас 1:20.
Вроде бы. О, ну супер, значит, я старалась, короче, вам все адекватно говорить, несмотря на то, что я очень хотела спать. Ну, короче, надеюсь, что все будет нормально. Я что-то себя такая подзагнала в делах. И такое тоже бывает. Не, Аня, кайф, кайф. Очень круто. Очень много ты задаешь, мне кажется, на этом вопросе, на этом мастер-классе всем участникам очень правильные вопросы. То есть, вопросы, которые нужно найти ответы для того, чтобы работа была целостная, осознанная, чтобы она не была разрозненная. А даже если это за неделю не успеть, там, понятно, до четвертого мало времени. Но, во всяком случае, в правильном направлении пойти. Так что, блин, очень классно. Знаете, если просто, короче, у вас будут инсайты, которые вас зацепили, используйте это, не обязательно перегружать. И вообще я вам дам эту презентацию, чтобы вы могли с ней работать. И применять в своих делах, там, в своей работе. Вот. И со своими проектами. И знать вообще, как устроена коммерция. Потому что по факту коммерция устроена вот из таких вопросов. Когда вы проанализируете, грубо говоря, какой-нибудь бренд сами, с которым хотите поработать, прочекаете вот эти все штуки и, например, сделаете что-то, им сделаете коммерческое предложение, то, скорее всего, вы закроете его боль, и есть вероятность, что им это понадобится. Ань, а можно... Я понимаю, что сейчас просто у нас меньше народу, чем обычно, чем вообще участников у нас в челлендже. Возможно, время, возможно, что. Но мы сейчас поставим типа пост о том, что пишите с хэштегом Аня Кошка не он в Дискорде со своими вопросами по идее, по концепции и так далее. И ты в течение там ближайших времени, дней поотвечаешь, если у кого-то будут такие вопросы. Да, вообще не проблема, конечно. Круто, круто. Да, так что пишите. Я понимаю, информации очень много вопросов, которые сейчас задала Аня, и думаю, нужно переварить эту всю инфу, чтобы как-то понять, в какую сторону нужно дальше двигаться в рамках пространства. Кидайте фидбэк, как вам вообще понравилось ли? Вот Сергей пишет, чувствуется энергия денег от Ани. Спасибо большое. Блин, я согласен с этим. Это кайф, да. Я думала, от меня такую энергию усталости сегодня, но ладно. Нет, нет. Я обычно такая, типа, заряженная, а сейчас такая чуть полуумирающая. Но... Блин, нет, все круто. Как нет, могла. Все круто. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите их задать устно, давайте это сделаем. Вот. Да. Я готова ответить. Да, пишите. Если нет, то потом можете написать. Как Серго, Полина. Сейчас Полина у нас тут есть, я не вижу. Вроде. Сейчас я гляну. Можно я спрошу? У меня все время вертелся вопрос насчет фейс-контроля. Вот насколько нужно действительно вот интенсивно следить за тем, чтобы не пускать на свое медпространство левых людей, которые не понимают. Потому что вот именно в примере с пагода я понимаю, что далеко не каждый поймет, что это, и далеко не для каждого как бы готов там к медитации в метавселенной, да. Но, как бы с другой стороны, не хочется же всех просто посылать, там, разворачивать, кто там не солидарен, вот, и как вот эту границу установить. Я поняла тебя. Смотри, этот фейс-контроль, он условный, ты не будешь на самом деле никого выгонять, просто ты с помощью того, что ты культурным кодом... Вообще медитация в метавселенной — это офигенная идея на самом деле. И цикл медитации в метавселенной. Это очень коммерческая история, и куча людей обожают медитации, куча людей хотят, и тем самым, что ты проявляешь это, ты уже людей лишних отсеиваешь. Это уже есть фейс-контроль, они не придут. Просто если ты делаешь просто, пагода, да, мы не знаем, какая там философия, туда попрутся все, и когда они обнаружат, что там, блин, какие-то духовные ценности, они могут, грубо говоря, оказаться там не в теме, да. А если ты сразу транслируешь, то придут именно те вот люди, которые любят это, и твоя ЦА. Вот так вот. Я, знаешь, нету там такого, что охранник стоит на входе и такой, типа, это что? А просто внутренне отсеять людей, которые не должны туда попасть, не пытаться им угодить, вот и все. Не пытаться для всех сделать. Пытаться сделать только для тех, кто реально там должен оказаться. Понял, постараюсь. Надеюсь, у тебя будет очень круто. Да, надеюсь, потому что это офигенно. Офигенно.
Да, ответы на вопросы пиши, очень интересно будет потом пообщаться, хотя мы потом будем смотреть, наверное, ты расскажешь подробнее, но будет интересно, может, на нетворкинг еще пообщаться. Да, если у тебя там какая-то, что-то, знаешь, духовная штука, подумай про то, с какими духовными учителями это связано. Типа, если медитация, то от кого они, типа, приходят? Может, они напрямую от каких-то штук приходят, да, типа от каких-то учителей, я не знаю. Ну, короче, вот такие штуки, они разгонятся, разгоняешь, когда, да, ну, от тех, кого ты любишь, кого ты уважаешь. Может быть, там какие-то цитаты вообще, как интерактив летают эти Далай-ламы. А вот так вот и работает то, что начинает детали работать на атмосферу. Кстати, ребят, напомню, у нас будет отдельный воркшоп вообще с Аней. Кто сделает работу, вот, и это там будет 5 лучших работ по окружению. Она именно с этой стороны, с маркетинговой, с продажи, с стороны позиционирования имиджа разберет, покажет, что лучше покажет, что сделать по каким-то по деталям и так далее. Я думаю, этот воркшоп просто бомба будет. Я сам очень хотел со своим личным каким-то идеей пространством прийти, поэтому всем советую. Это будет очень круто. Вот. Да, мы короче, сделаем, чтобы попробовать вам рассказать, как сделать так, чтобы запустить прям вашу штуку коммерчески, чтобы она работала. Да, да, именно. Да, да. Потому что такие идеи, как медитация в метавселенной, например, это очень крутые идеи. Вот, главное, их не... будем тебя отпускать. Понятно, у тебя сейчас очень поздно. А всем, кто смотрит записи, пишите вопросы в Дискорде, отмечайте Аню, отмечайте там меня, Семёна, Асю, чтобы все было четко. Вот. И в течение дня, я думаю, мы сможем подключиться. Может быть, на нетворкинге или просто в чате ответить на эти вопросы. Вот. Так что всем спасибо, кто слушал, кто задал вопросы, очень крутые идеи. Спасибо, Аня, что нашла время. Спасибо вам.